Стало известно количество потерь личного состава и техники российских вооруженных сил в Украине. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, в результате боев обезврежено около 25100 российских военнослужащих. Кроме того, атакующая сторона потеряла 1122 танка, 2713 боевых бронированных машин, 509 артиллерийских систем, 172 реактивных систем залпового огня, 84 средств ПВО, 199 военных самолетов, 155 вертолетов, 90 крылатых ракет, 341 беспилотник, 1934 единицы автомобильной техники, 38 единиц спецтехники, 11 кораблей и катеров, 76 топливных баков.